Сегодня мы рассмотрим пробник очищающего средства от фирмы Миша. Это Super Aqua Oxygen Micro Visible Deep Cleanser. Посмотрим, указан ли объем на пакетике. К сожалению, на упаковке его нет. Но здесь где-то 1 мл средства. Его хватит на один раз использования на все лицо. Для того, чтобы показать это средство в действии, я нанесла на руку следующие продукты. Это водостойкий карандаш для глаз, тушь для ресниц, тинт-помадка и BB-крем. Давайте теперь откроем пакетик. Проверим, что нам заявлено производителем и как оно действует. Средство довольно жидкое. Запах мы сможем оценить после нанесения. Теперь мы наносим. Легонько массируем. Нужно добавить средство. И ждем, пока оно вспенится. Как мы видим, уже начинает появляться небольшая пена. И как заявлено производителем, это очищение должно удалять и BB-крем, и водостойкий макияж, и все виды макияжа, которые мы можем нанести на свое лицо. Так, у нас появляется уже пена. Производитель рекомендует ждать от 30 до 60 секунд, чтобы средство хорошо подействовало. Думаю, нам примерно так же и придется подождать. Вот мы видим, что уже весь наш гель превратился в пену. Давайте теперь возьмем ватный диск и удалим наш макияж. Что мы видим? Водостойкий карандаш смылся не очень хорошо, и тинт тоже. Сейчас я возьму еще один диск, мы убедимся, что действительно осталось немного водостойкого карандаша для глаз и тинта. Но зато наше средство полностью удалило BB-крем, который здесь находился, и обычную тушь для ресниц. Ну, получается, что это средство можно рекомендовать для снятия обычного макияжа. И этот пробник предоставлен нам для обзора сайтом bbkorea.com.ua.